Всем привет. Мы тогда еще надеялись связаться с правительством. Мы потихонечку забираем оружие. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но может для оккупации берегли. Никто же не думал, что... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Володя. Володя. Тут только новейшие. Я вот эту штучку хочу. В метро такого не найдешь. Это вроде то, что я думаю, да? О, побойте на место. Опа. Так, почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки? Или бойцы Мельник думают, что эти сцены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое? Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, то каждый день смотрит смерти в глаза и должен был уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышу, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку и преисподняя оказалась на поверхности земли. К слову, слышали мы это от Хана. А людям пришлось спрятаться в бывшем аду, поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старой церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность, как будто всем нам, грешникам, уничтожишь мир, который не мы сотворили. Еще можно искупить свои грехи, еще можно получить прощение. Да, вот черным нельзя. Я надеюсь, я то купил, что хотел. Я смотрю, ты расист. Как за это приходится платить? Да, я купил то, что хотел. Чего? Это такое. Пулемет. И плач. Это картечный крупногалиберный пулемет, смертельно опасен на ближний дистанции. Давай поменяем. Возьми. Типа бесплатно еще все. Все бесплатно. Возьми этот поменять тоже, наверное, на что-нибудь. О, это что? Рельса, давай ее возьмем. А где патроны? А тюнинг бесплатный, посмотри. Тюнинг. Слушай, если бесплатное оружие, это признак того, что сейчас будет. Что-то лютое. Так, значит, мы на каком дистанции тихаря используем? Ну, на дальнюю обычно. На дальнюю, на среднюю. Дальнюю и среднюю какую ставим? Когда 4x, да? Наверное. Что там еще у нас есть? Значит, увеличить запас энергии рельс, позволяет дальше вести огонь и отвлекаясь на перезарядку. А тут у нас снижает временный комплект заряд для выстрела на дистанцию с максимальной мощностью. Да, вот эту штучку. Так. Лазер не надо, я их не люблю. Дальше. Вот эту штучку я хочу иметь, она мне нравится. Но она у нас, по-моему, и так затянет. Хочешь ее иметь? Вот это мне интересно. Дульт. Ставим. Поставь на него лазер по приколу. Не, не хочу. Ну почему? Это ж пулемет. Ну... Слушай, а есть какие-нибудь, не знаю, гранатометы, огнеметы? Не знаю, надо еще патроны подыскать. Или все патрошки у тебя. Я просто говорю, я типа взял вроде все патроны, да? Да, я все взял. Капец какой-то вообще. Чё-то Спарта очень тебя подготавливает к бою. Привет. Откуда ты знаешь мое имя? Ах ты ж герой. Ладно. Наконец-то нам дали закупиться самым лучшим оружием во всем метро. Во всем чем? Метро. Во всем Москве. А противогаз новый. И фильтров. Я вот такой шлем хотел, ладно, что ты скажешь? Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Это типа секретная ветка? А, это типа секретный бункер. Я угораю, да? Я чуть не... Я сдох 4 раза такой. Не очень-то полезные бумаги, зачем? Знаешь, типа, такую операцию, типа, отправили такой. Слушай, это не бумаги, что-то не очень полезные. Да вообще не нужно, да. Ты готов, я уже скупился все. Ну как тут у нас дела? Как тут у нас? Все готово, Ульман. Ух ты. О, и Хан. Вот этому чуваку я больше всех доверяю. Все снаряжение готово. Какому? А вы, ребят. Вот Хан, видишь? Готовы. Который слева всех? Тогда покой. Который вон, красный. Красные шапки. Да-да-да. Это мой любимый чел, так скажем. Лучший напарник, с которым удалось ходить. Ну здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились.
Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. В смысле прощай? Типа все, пока. Он просто... Мы будем заканчивать игру каноничной концовкой, а не, так скажем, наилучшей, поэтому... Мы уже в конце? Да, мы ближе к концу. Мы скоро ракеты пускаем. Так, мы сюда. Не спойлери. Так что спойлерить-то нам и так сказали, типа? Ну и что? Я чё, не помню, нам сюда, что ли? Я уже умудрился потеряться. Это подвалы старого храма. Он такой смазливый поглядел, как будто маслом убил. Узбек. Ну, походу он черный. Ну и чё? А, сюда поближе надо подойти. Что ж. Поджаться. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Что мы сейчас посмотрим на наш пулемет прежде всего, кстати? Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Наконец-то нормальные тоннели без монстров. Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Дрезины надели. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то... хрень. Что-то вроде тумана. Это упыри, типа? Нет, это типа черные галюны кидают. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, что творится? Найс. Еще мы будем делать. Нюхать и чесаться. Птичьи поют. Больно. Или что это? Артём. Иди же. Верь и продолжай идти. Там, кажется, сейчас чёрный стоял. Иди вперёд. Артём! 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 Давай. А, я думал, засрали. Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Вот и гермозатворы. Я бы не стоял после этой ситуации на мой край. Ну да. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Ну, Боря, я уже хочу взять в руки пулемет. Пульт управления на все учебки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Это что такое? Тут всякое может случиться. Это огнемет. Да, что не может у нас быть все так гладко. Ой, классный какой. Ребят. Так. Лучше, чем во время второй войны. Найди схему первого блока. Свободильный. Ульман. Партизанский огнемет. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял. Здесь что-то есть. Ты отбиваешься, все дела, конечно. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь!
какой классный. Давайте вещь. Бури валит вообще на повал. А он еще и патрон подрадил тут совсем чуть-чуть что-то. Оно приближается! А, вот на это надо замереть. Скорее! Аномалия совсем рядом! Вот дрянь! Давай, давай! Или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай, давай! Сука! Не заводится! Вот и пулемет. А, выбросил? Нет, ну да. А, нет, у меня вместо какого-то оружия нет. А, вон, слева, винтов приведет. Я надеюсь, что я возьму, думаю, мне больше пригодится. Мне предлагаю тебе оставить пулемет. А, блин, мне кажется... Не хотел бы это... А, видимо, я даже не могу ее вернуть уже. Ну, ладно. Не трать, зачем? Прикольно. Я именно по этой винтовке хочу взять, откуда эти патроны на огнемет возьмут. Это кто там? Я думал, это аномалия. А, вот, можно иметь. А, просто огнемет, я патроны хрен найду. Впереди еще долгий путь. Д6 сюда. Это еще что? Черт. Негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Целиться с него нельзя. Чё? Весь хаос не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота оказались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Да, конечно. Сейчас мы хотим. Так, мы прорвались. Но это не дело. Впереди самое серьезное. Ты командуешь штурмовой бригадой. Да не, просто... Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. Я шут. За дело. Куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Ваш тут великие дела. Серьезно, это что? Что это за оружие? Рельса. Это типа глушитель? Ну, с глушителем? Ну, вместо тихаря, типа. Так, давайте возьмем в руки пулемет. Эта музычка мне вообще не нравится. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмешь с собой? Ну, на руки. Ульман, хватит балагорить. Вернемся домой, будем зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно. Я вообще не сомневался, что он не сработает. Что это? А вот и первое может... задание. Артем, значит, мне ну-ка, кажется, пощелкай выключатель. Пройди-ка вот туда, вот левее, 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 пройди, левее, пройди. Подожди, может, типа косы? Ух ты, нет. Какая любопытная штуковина. О, вот это я хочу. Жаль, сломанная. Здесь, мне кажется, здесь надо где-то свет просто подрубить, вот и все. Сзади, сзади, вон слева, 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 сзади, сзади. Да нет же, нет. С другой стороны, с другой стороны. С другой стороны, с противоположной. Вот она. Слева от ворот, слева от ворот. Артём. Осмотри комнату, живо! Блин, интересная вещь на самом деле. Ха-ха, кнопочка. Так. Честно? Не нравится. О, генератор надо запустить. Логично? Ну, логично. Более чем. Тут только мне не нравится, что он в той вентиляции. Другая почему-то. Должна быть где-то правильно, я понимаю, электрическая панель или что? Ты ее должен зарядить, правильно? Блин, да, по идее, да. Так что-то я ее найти не могу. Давай поищем ее более внимательно. Ты не она? Нет. Ребята, какого хрена все я один делаю?
будешь? А, да я свалю отсюда. Так. Вернись кому туда, там помнишь, было с молнией хрень. Справа. Да, вот там. Сейчас залезешь в какую-нибудь дырку, потом не вылезешь. Да. И тебе зачтется это. Воздастся. Да, воздастся. Так, ну еще вот здесь дверь, мне кажется, она должна. Не, значит, не кажется. Па-па-па. Пацаны, вы что предлагаете мне делать, я не пойму. Я предлагаю тебе поискать электрическую панель, потому что он сказал, то, что ее надо найти и зарядить, если я не ошибаюсь. Или это ты сказал? А. Оружие. Ну отлично, а зачем? Ну замечательно, ничего. Ну блин, мне вот это вот очень интересует, вот это вот. Вот это вот. Ну так мало ли оставим проигрывать. А вот эта штука справа. Так, ну, значит, открыть гермозатвор, защитите Владимира. Так. Вообще сказал, защитить придется. Так, может быть у нас... Блин. Дышу есть. Может огнемет нужен? Не думал. Типа как свечки зажигать, да? Ну да. Вот, вот эта вот штука... Боже, какие мы идиоты! Ну да, мы. Я в частности. Мари, чудо юдо барабан. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Я бы не стал давать медаль человеку. Я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Я в чем прикол пулемета, главное? Он может так и начать как пулемет. Пулемет вообще-то всегда через землю стреляет, как бы. И через землю, в смысле, что там? Оборона, это нападение. А, я понял. Владимир, я понял. Артём, не суйтесь в пепла. Зажать очень нужно. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Ну что-то, что он уже зелененьким горит. Не, нормально. А знаешь, что это означает? Ой. Вот это? Означает, что там монстров еще побольше. Давай, давай же! Че? Как тебе противогаз протереть? У меня понаделся. У меня, то есть, получается, кровь по глазам текла. Всех преисподняю. Еще один. Ой, еще один пулемет. Надо было три пулемета брать, точно. Дважды не умирать. Вроде пока еще первый раз не умирает. Можешь вернуться назад?
внедри, прорвемся. А там заметка, кажется, лежала. Не, сейчас смогу, где? Вот в самом начале. Там труп, короче, был, понял? Пускай стреляют сюда, раз. Здесь где-то труп лежал, и заметка. Вот это что ли вещь? Не понял. Стой, я не понял, где ты вообще сейчас. А, все, понял. Вот здесь, короче, сейчас иди, короче, после первых ворот. Вот этих вот слева. Вы тут хрен забыли вообще. Ну, срочно, да. Они все вот оттуда убежали к тебе. Иди сейчас, короче, после вот этих ворот налево. Нет, после первых, с другой стороны. Вон, пофиг, типа, вот здесь сейчас слева, вот при спуске слева. Здесь что? Да, вот здесь слева. Здесь где-то был труп. Или это с другие ворот. Я не понял. Хорош. Все идет как по маслу. Ульман валяет дурака, мельник привычно угрожает ему нарядами в ночь. До цели остается совсем немного, и теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителями изо всех складок. Прав был Хан, когда сказал, что на всей земле не было и не будет более опасного хищника, чем человек. Как ты их вообще замечаешь, я не понимаю. Да там что-то красненькое было, я посмотрел такое, что-то красненькое. Я только не понимаю, зачем я нужен, если они тут без меня как-то справляются. Да как бы они от тебя... Все враги оттуда убежали и прибежали к тебе. Ну, поэтому не справляются. Так, патроны здесь. Надо заправить, так скажем. Дальше. Сначала все как бы... Ну, давай с пулеметом. Чего ты хотели? Охренеть, одного генератора хватает на целый бункер. Что за звуки? Руку вдаль просовываю, короче, чтобы не убили. Понял, как это собака? Нет. Ребят, нечего. Вы что, дебилы, что ли, я не пойму? Стивы не стреляют, они в стенку стреляют. Это интересно. Короче, закрыли нашего спартанца. Борис! Что это? Боря! За что? Что ж ты? Боря! А патроны у него можно забрать? Патроны у него заберем? Поздно. У меня нет патронов. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, стой, там ш... этот, упал. Памятью твоей клянусь. Не успокоишь, шкаф. Пока их не изведу. Проклятые твари. Слева. Сзади. Справа. Впереди насосная станция. Шкаф упал. Там шкаф стоял, стоял. Я вроде бы не виноват в смерти и все же чувствую свою вину. Слишком рано радоваться тому, как без крови мы преодолели весь этот отрезок пути. Я крикнул бегом, не смог оказаться в нужное время и в нужном месте. Протянуть товарищу руку, вытащить его с того света. Втянул этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последней. Наш отряд и без того маленький, предел еще больше, когда я смотрю на свои ладони. Когда я смотрю на свои ладони среди костра, мне кажется, что они перепачканы кровью. Вот. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минут. Покажи класс. Понимаю, ты об этом шкафе говорил. Блин! Я о нем и говорил, потому что он упал. Еще секундочку. Не то хотел нажать, ну ладно. У тебя 30 патронов осталось. 35. В принципе, еще здесь у меня 200. Готово. Здесь еще есть. Открыто. То, что хватит. Надеть противогазы. Надеть противогазы, сказали, дадил? Да, я один. Да, не увидел. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман, несправедливо. В
вообще уровень как-то дисциплины не соответствует совершенно, мне кажется. А кто это вообще? А боец. Который надо под трибунал отдать. Все чисто, заходим! Ты у него рельсы тоже видишь, типа? Да, да, да. Ну ты же у него и покупал, я а нет, тут море покупал. Я вообще не понял. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Я просто взял. А смотри, здесь все, может, заметка есть. Логично, что здесь будет заметка, согласись. Ну, как сказать, логично. Их три должно быть. Возможно, третья как раз здесь. Ну, я, честно говоря, ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Ребят, я поинтереснее место нашел. Их сидят сейчас. Безотказный прием. Охренеть, да? Вообще. Вообще не в том времени, не в том месте оказался. Я не вижу заметок. А мы куда идем? За 6 типа или что? Да, в бункер. Почему к нему нету ветки метро подведённой? Почему есть, мы на ней приехали. Просто это уже сам бункер. Ага. Интересно. Слушай, а ты по лестнице наверх поднимись или я тебя прошу? Убейте их сами, без моей участи. Ну тогда стопер прием каратэ в помощь. Тут еще кидаются там какими-то гранатами. Мне вчетвером сделать ничего не могут, будет? Видишь, как я массу от этого паря. Там какая-то хрень на стенке сидит, они по ней не стреляют. Да, блин, ребята. Какие же они косые, господи. Блин, это еще кто-то бомбочка тут прыгает. Все, вроде бегать больше нет. Ну и все, теперь как бы ворота. Так, ну заметки я не вижу, то есть я все обошел. Ворота, бегал. Помнишь, ты открывал? Ну там интересные вещи. Да, ворота я помню. Не открывал, а смотрел. Это еще убирайте, конец, что ли? Нам нужно убираться отсюда. Действительно. Ребята, а я знаю выход, знаете? Бегуны хрена. Или это не я должен делать? Не ты. Вот заразы, все подвиги. Вот она. Дуй сразу. Эта дверь ведет в D6. А, то есть мы были на месте? Мы на месте? Так скажем, прихожая к бункеру. Похоже на... Хоу. На унитаз похоже, что. Сожри меня, упырь. Она закрыта. Так вот, что-то блин, я не удивлен. Первая дверь не смущает, нет? А тут у нас что? Бронированная дверь. Действительно. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Может, мы ее до конца откроем, мужик, не? Выходи. Артём, посмотри комнату, живо. Какую жопу комнату? Следующую, видимо, которую открыли. А как я вам здесь пролезу? Не хотите рассказать? А, катсцена. Ну да, тут ясно все, просто Лара Крофт начинается. Сейчас дверка закрывается, и они идут искать путь. Ну все, да, один. Лара Крофт, это просто под копирку. Почему я не сомневался тоже? Вот просто. Отлично.
Мы попробуем до тебя добраться. Господи, а ты это тоже поищи выход. Удачи! Вот почему же здесь дыры, действительно? И это еще что? Это что такое? Попробуй найти выход. Куда я еще могу уходить, прям как по прямой, правильно? А, безопасно. А какого хрена здесь свет? А, я думаю, светильник. Вот это уже интересно. Не надо дырки. Знаешь, что мне кажется? Ну, мне кажется, нам сюда именно. Включи фонарь. У тебя фонарь есть? Они боятся света. Я увидел, я это увидел. Все, класс. Они все увидели? Ну и он чернеет. Почему? Наше оружие здесь фонарь. А почему он чернеет? Типа выжигается, наверное. Ну да, это же туннель, они же отразящий свет не видели. А зажигалочка подойдет? Здесь два света. Опа! Обдурил. Они все лезут, все лезут. Стой, попробуй пострелять один. А зачем нам тратить патрон? Ну, по черному. Я имею в виду. Они не зелененькие, а черненькие. Так вот они. А, не убирают так. Все, у меня патроны кончились, давай. Хороший выстрел. Опа, ща. Фигаренький, вперед. Да ты что такой живущий? Добей его. Он тебя заманивает наверняка. Да не, ни хрена. Ну мало ли, он забежал сюда, с спины забежал, еще нет. Интересно, не правда ли? Слушай, а что тут-то? Интересно, больше стой, вернись назад. Заметка? Нет. Вот же заметка, нет? Ты как видишь, я слышал байки о том, что метростроевцы не были первыми, которые в буре московской земли ходили убежище. Тайные ходы галерей были устроены под городом еще при первых русских царях, но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лазы совсем уж древние, вырытые неизвестно кем и не весь когда. Но и безымянные строители сгинули тысячелетия назад, оставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. И вот сотни поколений спустя, теперь я последний человек, ступаю осторожно по их следам из ниоткуда, из ниоткуда. Теперь нам куда, вверх? Нам сюда, куда еще. Уверен? У нас нет другого выхода, там я наверху уже. А, ну да, да. Там же это самое, пещерка. Тум, эта штучка, рычажочек. Да. Я забыл, как это называется. Это еще что такое? Это метро, видимо. Это скорпионы такие звуки издают? Это чё? Это метро типа внутри. Сюда! О, братья. Слава богу. То есть это был самый легкий переход, на самом деле. Ну, просто фонариком направляй и всё. Стёбу. Дьявол! Они ещё куда-то просрали. Тише. Да, их трое. Там какой-то звук в тоннеле. Слушай, что ты можешь без меня сделать вообще? Что-то на нас идёт оттуда. Ну, противогаз. Кстати, он потрескан. Причем нехило. Слева свет. Что за... Поезд.
что-то интересное на самом деле. А я пути так, сразу увидел. Так. Кто в чем шарит, тоже. Как говорится. Это еще что? Это было видно. Похоже это на автоматизированную метро. Систему. Это даже не, я не метро. Я пойду гляну, что это. Как, это вагон на метро. Это этот, как его, знаешь, монорельс, типа. Автоматический, типа, поезд. Да, автоматический еще. Без машиниста. Буду ходить просто с пулеметом, у него же 4 патрона. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Да иди сюда, мужик. Володя, нас все равно некуда больше идти. Кстати, это Володя. Сектор 5. Володя, Володя, все Володя. Чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Вперед, вперед, мужики, не ссыте. Я... как говорится, родственник связан с метрополитеном, погнали. У меня тут связи, да? Да-да-да. Следующая остановка — командный центр. Ты в этом уверен? Ну что же, заканчиваем или нет? Неужели давай, нашли еще. Вход в легендарный бункер? Я можешь заканчивать, если лишь. Можно. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизни? Ну что ж, тогда в этой серии все.